Дорожный ремонт в Красноярске, похоже, снова уходит в глубокую осень. Мало того, что под реконструкции в этом сезоне попало гораздо больше участков, чем в прошлом, так еще и нерадивые подрядчики кое-где фактически провалили все сроки. Яркий пример – улица Аэровокзальная. Взялись за нее еще в начале лета, но до сих пор так и не закончили. Сегодня мэр Сергей Рёмин приехал на проблемный участок, отчитал рабочих и потребовал максимально ускориться. У нас, кстати, еще есть объекты с отрицательным зарядом в этом году. На Марковского тоже подрядчик возится, тоже, не знаю, там криворукий, косолапый. Уже три раза переделывает, третий раз уже не идут у него тоже пробы. Не знаю, там просто зла не хватает вот на таких. Можно сколько угодно там ругаться, не знаю, можно ногами в живот там и так далее, все что угодно. Но самое действенное наказание – это рубль.